Спалюєш листя – сплатиш штраф. Восени опале листя – це не лише яскравий гарний фон для фотосесій, але й проблема для комунальних служб та жителів міста, особливо тих, хто живе у приватному секторі. Майже біля кожного подвір'я обабіч проїжджої частини можна побачити купу тліючого листя. У такий спосіб господарі наводять лад біля своїх домівок, а їдкий шкідливий для здоров'я дим заповнює весь район. Не всі знають, але традиція спалювати листя є ніщо інше, як адміністративне правопорушення. Ми завжди при роботі там с руководителями предприятий, с другими субъектами хозяйствования или жителями города Херсона постоянно разъясняем о том, что у нас существует правило благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Херсона, которые категорически запрещают сжигание листвы. За это предусматривается административная ответственность в виде штрафних санкцій від 340 гривень до 1700 гривень. Любой житель города Херсона може позвонити нам 42 90 41 на прийомну. Эта заявка будет принята. В оперативном порядке наши специалисты выезжают на место и составляют административные материалы на таких владельцев. На відміну від деревини, дим якої не шкодить ні людям, ні екології, листя є фільтром, який наче губка всмоктує все шкідливе, що є в атмосфері. При згорянні шкідливі речовини вивільняються і знову потрапляють в повітря, яким ми дихаємо. Листя ж росли, вегетировали, да, цілий рік, да, от вони як виросли там весною, початку літа, так от вони і все, що в воздухі тут літає, особливо, якщо возле дороги є дерев'я. Ну, а головне пиль. От будь-який город, особенно наши города, они производят чудовищное количество пыли. Эта пыль очень вредная. И если дождь не прошел, эти листья с этой пылью, которая накопилась за последний месяц, вот они такие упали на землю с этой дрянью. Потом начали гореть с образованием аэрозолей. Еще и то важно, что были бы не эти листья чистые, но невозможно найти кучу вот этих листьев, да, которые сгребли, подожгли. Там не было пробок, там целлофановых каких-то пакетиков, какой-нибудь пластика. Это просто страшно. Потому что пластик, когда горит, он в такие превращается, диоксины, например. От, трудно придумать более страшные яды, чем диоксины. В першу чергу дым від спалювання листя шкодить здоров'ю людей, які страждають від хвороб верхніх та нижніх дихальних шляхів. Риніти, тонзиліти, обструктивні бронхіти, бронхіальна астма – це не повний список хвороб, які загострюються внаслідок вдихання їдкого диму. Але найстрашніше те, що токсичні речовини, які є в його молекулярному складі, викликають онкологію. Вдыхая, человек поглощает, то есть в него поступают все эти токсические вещества и, безусловно, всасываясь в кровь, отравляет весь организм. Ну, в первую очередь, конечно, наши дыхательные пути, это верхние и нижние дыхательные пути. Токсические вещества, которые находятся в дыме, они во много раз превышают концентрацию. Вот, например, бензпирен, который мы знаем, что вызывает рак легких, он в дыме, который выделяется при сгорании влажных листьев, а в тлеющих листьях он выделяется в 350 раз, его концентрация выше, чем даже в сигаретном дыме. Як саме можна утилізувати опале листя без шкоди для здоров'я? Виявляється, воно може стати сировиною для добрива. Эту листву можно компостировать на своих приусадебных участках, или что касается частного сектора, они могут, в принципе, вырыть небольшую яму и пластами, там, перекладывая пласт листвы, пласт почвы, ну, конечно же, конечным пластом должен быть грунт. После там, определенного времени, естественно, это превращается в полезные уже вещества, в однородную серую массу, которым можно удобрять, в принципе, те же деревья, те же цвіти. Тож, замість спалювати та платити штрафи, опале листя треба компостувати. У домоволодінні приватного сектору вирішення цього питання входить у обов'язки квартальних. Юлія Данилевська, Максим Пруткун, телеканал Херсон+.